Завершается первая треть 20 века. Союз Советских Социалистических Республик из дипломатического изгоя превращается в центрального игрока европейского геополитического турнира. Заключен пакт о ненападении с гитлеровской Германией. Западные границы СССР расширены на сотни километров. Темпы индустриализации поражают зарубежных экономистов. Разоблачены истинные и мнимые враги государства рабочих и крестьян. Официальная советская пропаганда внушает населению мысль о безоблачных перспективах, но в воздухе витает предчувствие катастрофы. На пороге Великая война. К началу Великой Отечественной войны Красная Армия представляла из себя самое могучее войско мира. В рамках данного сериала мы не станем называть количество танков, самолетов и артсистем, стоявших на вооружении РКК. Отметим лишь, что оно ощутимо превышало потенциал вермахта и его союзников. Что же касается автомобилей, то на 22 июня 1941 года в советских вооруженных силах их было 272 600 единиц. Еще 166 300 грузовиков мобилизовали из народного хозяйства в первые недели войны. Кроме того, на армейской службе состояло более 75 тысяч гусеничных тягачей. Итого почти полмиллиона транспортных и специальных машин. Армия Третьего Рейха сосредоточила у границ СССР около 150 тысяч автомобилей, собранных по всей Европе. Кроме количественной оценки, существуют качественные факторы. Мысль, которую мы хотим донести до сознания зрителя – именно отечественные автомобили наиболее полно отвечали условиям боевых действий на территории СССР. Несомненно, германские машины были во многом совершеннее и разнообразнее советских. Но их технические преимущества превращались в ничто на заболоченных просеках, раскисшем черноземе и заснеженных проселках. В начальный период войны как никогда остро встала дилемма. Высокое инженерное искусство или грубый прагматизм? Не спорим, разработчики фирм Фридриха Круппа или Фердинанда Порше имели больше опыта, чем инженеры ГАЗа или ЗИСа. Но в условиях военного времени важнее было не соперничество конструкторских идей, а финальный результат. Вот он, этот результат, наглядно представлен на экране. Колонны немецкой автотехники, спасавшие перед российским бездорожьем. А это плененные советские ЗИСы, принятые на службу в вермахт. С одной стороны, позор и трагедия. И в то же время очевидный комплимент советской автопромышленности. Противник отдает должное вражеским грузовикам. В первые месяцы гитлеровского вторжения автопарк Красной Армии понес огромный урон. Счет потерь шел на десятки тысяч машин. Авторота остались без связи и снабжения. Но несмотря ни на что, армейские шоферы продолжали честно исполнять свой долг. Вопреки всему, наперекор обстоятельствам. Мастерство и везение – два ангела-хранителя, на которых уповали военные водители. Восстанавливались машины прямо в прифронтовых лесах. На развернутых вблизи передовой ремонтных базах проводился плановый регламент. Латались дыры от пуль и осколков, перебирались двигатели. Вот он, типичный автомобильный доктор Айболит. В телогрейке и со стетоскопом. По звукам, издаваемым мотором, он ставил точный диагноз и назначал курс лечения. Апогеем героизма русских шоферов стала «Дорога жизни». Так называлась трасса, проложенная по льду Ладожского озера. Две долгие зимы действовала эта транспортная коммуникация. Полмиллиона с лишним тонн груза и более 350 тысяч жителей блокадного Ленинграда было перевезено по трескающемуся льду и подтаявшим колеям.
под постоянными артобстрелами и атаками с воздуха. Впрочем, кадры кинохроники говорят сами за себя. Но давайте вернемся в последние предвоенные годы. Время 1940 год. Место – опытная база научного автотракторного института. Так переименовали НАМИ в конце 30-х. Это кадры испытаний опытного грузовика ЗИС-33. На задних скатах стандартного Захара устанавливалась звездочка по типу велосипедной. Приводимая в движение цепью, металлическая гусеница натягивалась между роликами. Вся конструкция крепилась к раме машины хомутами, стремянками. Так выглядела попытка малой кровью компенсировать отсутствие специальных армейских внедорожников. Инициатором проекта стал член Политбюро ВКПБ Никита Сергеевич Хрущев. В 1939 году он инспектировал войска, участвовавшие в освободительном походе на Западную Украину. Там ему пришлось лично ознакомиться с проблемами бездорожья. Присущий ему безапелляционной манере, Хрущев приказал разработать и начать производство внедорожного комплекта для военных грузовиков. Эрзац-вездеход ЗИС-33 и его горьковский двойник ГАЗ-65 не оправдали надежд. Отвергнутые военной приемкой экземпляры передали колхозам. Впрочем, крестьяне сразу переоборудовали их в обычные машины. Гусеничный грузовик расходовал втрое больше горючего, чем колесный. Это была уже не первая попытка скрестить автомобиль с трактором. Созданные в 1938 году ЗИС-22 и ГАЗ-60 переделали из серийных машин. В качестве движителя была выбрана классическая система Кегресса. Но инженерные шедевры начала века не соответствовали требованиям конца 30-х годов. Сотрудники НАТИ это отчетливо понимали и были вынуждены исполнять приходящие сверху директивы. ЗИС-22 выпустили около 200 экземпляров. Они применялись во время советско-финской войны зимой 40-го года. Вот одно из типичных фронтовых донесений, касающееся этого автомобиля. Установлено, что они во всех отношениях стоят гораздо ниже обыкновенного ЗИС-5. Основной причиной плохой проходимости является отсутствие достаточного трения между ведущими колесами и гусеничной лентой, что приводит к чрезмерно большой буксовке и преждевременному износу двигателя. Зампотех 17-го танкового полка, воен-инженер 3-го ранга Белов. Но и военные заказчики и разработчики не оставляли попыток довести полугусеничную тему до приемлемого результата. Концепция навесного вездеходного комплекта была отвергнута. Собираемые в заводских условиях ЗИС-42 в общем и целом устраивали военных автомобилистов. Прежде всего, как буксировщики 122-миллиметровых полковых гаубиц с боезапасом и орудийным расчетом. Кроме того, ЗИС-42 могли подвозить пехотинцев непосредственно к переднему краю линии фронта. Армия начала получать эти машины лишь спустя год после начала войны. До конца войны ЗИС-42 оставался на вспомогательных ролях. Известен лишь один случай их массового применения. Внезапная для противника передислокация тяжелой артиллерии к стенам Великого Новгорода. Этот оперативный рейд во многом предопределил удачный исход битвы. Полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-42. Года выпуска 1942-1946. Грузоподъемность 2250 килограммов. Мощность двигателя 84 лошадиных силы. Максимальная скорость 40 км в час. Количество экземпляров 5931. Опыт войсковой эксплуатации ЗИС-42 показал. Замена колес гораздо более массивной гусеничной тележкой тянет за собой целый воз проблем. Возобновленные после войны эксперименты подтвердили. Концепция полугусеничных автомобилей себя исчерпала. Казалось бы, гусеничный движитель прекрасно себя проявил на тракторах и танках. Да, но эти машины изменяют направление движения за счет подтормаживания одной из гусениц. А полугусеничным грузовикам оставили передние поворотные колеса и автомобильный руль. На бездорожье управлять такой машиной крайне тяжело. Гусеницы отказываются следовать по заданной траектории, а вывернутые передние колеса нагребают перед собой целые холмы грунта или снега.
Почему же немецкая промышленность в предвоенные годы выпускала аналогичные машины в больших количествах и широкой номенклатуре? Дело в том, что все эти Фамма, Краусы и Ганомаги были не переделаны из серийных автомобилей, а создавались с чистого листа. Для управления ими использовались бортовые фрикционы на манер танковых. Практически весь вес машины приходился на гусеницы, при этом разгруженные передние колеса эффективно рулили лишь на твердом покрытии. Стоимость таких транспортных средств была во много раз выше, чем стоимость обычных грузовиков. Но и эти германские сверхмашины сотнями выходили из строя. Подмерзшая осенняя грязь намертво сковывала опорные катки, изящные игольчатые подшипники, хитроумные шарнирные передачи. Как тут не перефразировать известную поговорку: что в Европах хорошо, то в России смерть. Полугусеничная тема так и осталась боковым направлением развития армейских автомобилей. Еще в начале 20 века стало очевидно: у военной машины должны быть ведущими все колеса. Идея витала в воздухе. Ведь и конь отталкивается от земли всеми четырьмя копытами. Но вот вопрос: как передние рулевые колеса связать с двигателем? Долгие годы решения этой задачи были либо неоправданно дорогостоящими, либо недопустимо ненадежными. Первым полноприводным советским грузовиком стал экспериментальный «Нати К-2». В качестве базового автомобиля был выбран ЗИС-5. Передачу крутящего момента на переднюю ось обеспечивали шарниры типа «РЦЕППА». Они позволяли поворачивать ведущие колеса на угол до 28 градусов. Для справки. На современном автомобиле УАЗ «Патриот» этот угол составляет 35 градусов. Весьма близкие показатели. Серийный внедорожник получил индекс ЗИС-32. Освоение его производства было сопряжено с массой проблем. За каждый выпущенный вездеход инженеры группы сопровождения получали по 1000 рублей премиальных. По тем временам более 2-месячных окладов. Полноприводный грузовой автомобиль ЗИС-32. Год выпуска 1941. Грузоподъемность 2500 килограммов. Мощность двигателя 82 лошадиных силы. Максимальная скорость 65 км в час. Количество экземпляров 197. В октябре 1941 года из-за эвакуации завода выпуск ЗИС-32 прекратился и больше не возобновлялся. Красная армия практически не заметила ничтожно малого количества внедорожников. Не получили развития и горьковские опытные грузовики повышенной проходимости. Двухосный ГАЗ-62 и трехосный ГАЗ-33. Перед кабиной серийной полуторки возвышался массивный капот, скрывавший шестицилиндровый мотор объемом 3,5 литра. Но к июню 1941 года и эти вполне удачные вездеходы существовали лишь в нескольких экземплярах. Автопарк Красной Армии практически полностью состоял из обычных ЗИСов и ГАЗов. Самое большее, что могло повысить их проходимость, это надеваемые на задние колеса цепи различных конструкций. И все же драматическая ситуация с армейскими внедорожниками постепенно выправлялась. Прежде всего, благодаря неимоверному энтузиазму горьковского инженера Виталия Грачева. Вот одна из ранних его конструкций – ГАЗ-4А. Несмотря на то, что передние колеса не были ведущими, машина поражала своей проходимостью. Подтверждение тому – успешный Памирский пробег 1936 года протяженностью 13,5 тысяч километров. Обратите внимание на зачехленный предмет позади кабины. Это запасной мотор. Что и понятно, в пустыне всякое случается. За рулем экспериментальной машины в испытательном рейде сидел ее автор – Виталий Грачев. Смена модельного ряда не позволила запустить этот автомобиль в производство. Тогда Грачев создает следующий оригинальный проект – ГАЗ-21. Не путайте его с «Волгой», который спустя два десятилетия присвоит тот же индекс. На что была способна эта трехосная «М»ка с двумя ведущими мостами и дополнительными катками под днищем, хорошо видно на экране. Но неугомонный конструктор пришел к выводу – два задних ведущих моста всего лишь полумеры. Грачев пишет Клименту Ворошилову письмо с просьбой приостановить подготовку производства ГАЗ-21 и разрешить проектирование совсем другой машины. Напомним, что на календаре был 1938 год. В
то время за срыв заводского плана можно было поплатиться свободой и даже жизнью. Но, видимо, Грачев родился под счастливой звездой. Резолюция Наркома обороны дала зеленый свет новой идее. Летом 1939 года успешно выдерживает испытания полноприводный двухосный автомобиль ГАЗ-61. Он преодолевал глубокий брод и легко брал 40-градусные подъемы. Заметим, что столь крутые склоны не покоряются даже самым современным легковым внедорожником. При отключенном переднем мосте машина развивала скорость свыше 100 км в час, а по грунтовкам легко буксировала 800-килограммовый прицеп. Автомобиля с подобными характеристиками не существовало тогда ни в одной армии мира. Полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-61. Года выпуска 1941-1945. Число мест 5. Мощность двигателя 85 лошадиных сил. Максимальная скорость 105 км в час. Количество экземпляров 194. ГАЗ-61 производился с кузовами типа фаэтон, седан, а также в варианте полноприводного пикапа. Грузовички, изготовленные всего лишь в 36 экземплярах, поступили в артиллерийские части. Легковые машины передали в распоряжение высшего командного состава Красной Армии. На них ездили маршалы Жуков, Рокоссовский, Конев. Выпуск внедорожников был ограничен дефицитом шестицилиндровых двигателей ГАЗ-11. С началом войны они в массовом количестве понадобились для легких танков Т-60 и Т-70. Кроме того, в трансмиссии вездехода применялись дорогие агрегаты от лимузина ЗИС-101. Да и реальная потребность в генеральских вездеходах была не слишком велика. Зато младшие командиры, разведгруппы и десантные подразделения остро нуждались в скоростном, дешевом и неприхотливом транспортном средстве. Им стал ГАЗ-64, разработки все того же Виталия Андреевича Грачева. На проектирование и изготовление этой машины ушел 51 день. Вернее, 51 сутки. Работа не прекращалась и ночью. Чуть раньше, но за существенно более долгий срок, конструкторы НАТИ создали аналогичную машину «Ар» — автомобиль-разведчик. Открытый кузов, закрепленный на бортах шансовый инструмент, брезентовые фартуки вместо дверей. Именно «НАТИ-Ар» наравне с американским вездеходом «Бантам» оспаривает право называться джипом номер один в мире. Кстати, про джип. Этот вошедший в обиход термин первоначально означал «General Purpose» — «Общее назначение». То есть машина на все случаи фронтовой жизни. Сравнительные испытания ГАЗ-64 и НАТИ-Ар сложились в пользу горьковской разработки. Решающим стал высокий уровень ее унификации с серийной М-кой. У ГАЗ-64 был существенный недостаток. Устойчивости машины мешала слишком узкая колея. Но этот параметр с точностью до миллиметра задал лично нарком тяжелого машиностроения Вячеслав Малышев. Есть версия, что ГАЗ-64 предполагалось перебрасывать по воздуху в транспортных самолетах Ли-2, а их грузовые кабины имели ограниченные габариты. Но подразделения аэромобильных вездеходов сформированы так и не были. Так что к 1943 году высочайший запрет на широкую колею сняли. Боковые кульбиты на склонах, которым была подвержена предыдущая модель, прекратились. В кузове нового ГАЗика, ему присвоили индекс 67, теперь было достаточно места для четверых, а то и пятерых военнослужащих в зимнем обмундировании. Русские джипы служили и в пехоте, и в артиллерии, и в авиации. География применения – вся Россия, вплоть до самых высоких широт. Например, эти кадры сняты на стратегическом аэродроме, построенном сразу после войны, вблизи Северного полюса. Кстати, газикам все-таки и самим довелось подняться в небо. Но это случилось уже в середине 50-х, когда на вооружение советских ВВС поступили десантные вертолеты. Автомобиль-вездеход ГАЗ-67. Года выпуска 1943-1953. Число мест 4. Мощность двигателя 54 лошадиных силы. Максимальная скорость 90 км в час.
Количество экземпляров, выпущенных в годы Великой Отечественной войны, 4851. ГАЗ-67 стал платформой для бронемашины БА-64. В отличие от всех предвоенных конструкций, это был полноценный боевой вездеход. Творческим импульсом для очередного проекта Виталия Грачева послужил немецкий броневик КФЗ-221. Но после изучения вражеского прототипа горьковские конструкторы решили: мы сделаем лучше. И сделали. Бронемашина БА-64 стала эталоном легкого маневренного боевого автомобиля середины 40-х годов. Что и говорить, внутри корпуса было тесновато, но минимизация габаритов снижала вероятность поражения. Тем более, что углы наклона брони и ее толщина были тщательно просчитаны. Здесь пуля наверняка срикошетирует, а здесь встретится с надежной твердью стали. В испытательных отстрелах броневика лично принимал участие главный конструктор Виталий Андреевич Грачев. Так уж у него повелось еще с начала 30-х годов. За то, что сам придумал, несу персональную ответственность. БА-64 – предельно оптимизированная конструкция. Заполненные губчатой резиной пулестойкие шины. Непробиваемые триплексные смотровые блоки. Всеракурсная пулеметная установка, позволявшая вести огонь по наземным и воздушным целям. В некоторых экземплярах пулемет заменялся на противотанковое ружье, и тогда БА-64 превращался в охотника за гитлеровскими панцервагенами. Воронеж, Сталинград, Будапешт, Вена, Берлин. Названия этих освобожденных Красной Армией российских и европейских городов с гордостью можно написать на борту грачевской бронемашины. Бронеавтомобиль БА-64. Года выпуска 1942-1945. Боевая масса 2360 килограммов. Броня от 6 до 12 миллиметров. Оружие – пулемет ДТ калибра 7,62 миллиметра. Количество экземпляров – 9110. Как это ни странно звучит, но война стала катализатором развития советского автопрома. В октябре 41 года московский ЗИС был эвакуирован в Поволжский Ульяновск, а затем в Уральский МИАС. И в том, и в другом городе менее чем за полтора года выросли крупные автомобильные заводы, впоследствии работавшие в основном на заказы силовых структур. Первоначально предприятие на берегу озера Тургаяк выпускало лишь двигатели и коробки передач для ЗИСов. Вскоре заводу пришлось перейти на полноценное производство автомобилей. 8 июля 44 года завод в МИАСе выпустил первые грузовики для фронта. Уральские ЗИСы внешне существенно отличались от предвоенных московских Захаров. Штампованные передние крылья уступили место плоским, согнутым из листового железа. Кабина обшивалась сосновой вагонкой. Исчезли передние тормоза, откидным остался лишь задний борт кузова, в ночную мглу светила единственная водительская фара. Но на каждом грузовике удавалось экономить до 200 килограммов металла. В условиях военного времени это многого стоило. Упрощенные трехтонки выпускались также в Ульяновске, а после того, как линия фронта отодвинулась от Москвы, и на основных площадях ЗИСа. Грузовой автомобиль ЗИС-5В. Года выпуска 1942-1955. Грузоподъемность 3000 килограммов. Мощность двигателя 77 лошадиных сил. Максимальная скорость 70 км в час. Количество экземпляров, выпущенных в годы Великой Отечественной войны, 84100. Дольше всего ЗИС-5В и его последующие модификации продержались на Уральском конвейере до 1955 года. Впрочем, автозавод в МИАСе и его продукция – это отдельная и очень интересная тема. К ней мы еще обратимся в следующих сериях. А пока продолжим рассказ про автомобили Великой Отечественной войны. Горьковские грузовики в 41 году также претерпели существенные изменения. Их военная версия имела условный индекс ММВ. От штампованных деталей кузова и передних тормозов пришлось отказаться. Водительская кабина упростилась до предела. Тент на деревянном каркасе, брезентовые скатки вместо дверей. К сожалению, качество сборки машин тоже существенно снизилось.
и без того слабое звено коробка передач стало поистине больным местом. Так что сцена, разыгранная сотрудниками военной контрразведки в кинофильме в августе 44-го, выглядела на фронтовых дорогах вполне типичной. Выбитая задняя скорость на газ ММВ – обычное дело. Не шуми! Не шуми, у меня нету заднего хода! Уйди! Убери машину! Фронт остро нуждался не только в грузовиках, но и в специальной автотехнике. ГАЗ-0330. Вообще-то, первоначально это был обычный служебный и экскурсионный автобус на 17 посадочных мест. В действующую армию его призвала массовая мобилизация. Напротив, трехосный ГАЗ-05-193 создавался как специальный штабной автомобиль. Их было построено около 2500 штук. Но увидеть эту машину в динамике можно лишь благодаря кинофильму «Небесный тихоход». Именно такой аэродромный автобус мчится спасать летчика Булочкина после его свободного падения с высоты 6000 метров. А где же тело? Здесь тело. Жив? Не может быть. В боевых условиях перевозка раненых производилась всеми доступными средствами, в том числе городскими автобусами ЗИС-8 и ЗИС-16. Хотя еще в 1938 году Горьковский автозавод освоил серийный выпуск специальных шестиместных армейских неотложек. ГАЗ-55 имел улучшенную амортизацию, вытяжной вентилятор и отопитель салона. Бытует мнение, что именно такая, чуть ли не последняя оставшаяся на ходу машина снялась в кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Вынуждена вас разочаровать. В борьбе Шурика с негодяем Саховым принимает участие не ГАЗ-55, а некая самоделка на базе газона довоенных годов выпуска. Этот медицинский фургон будет и повыше, и пошире, и погрубее. Разномастные образцы сантранспорта до конца 50-х в инициативном порядке строились на многочисленных ремзаводах и автобазах Советского Союза. Дача товарища Сахова! А вот настоящий ГАЗ-55 крайне редко мелькает во фронтовой кинохронике. Работы по горло, некогда перед камерой позировать. При всем уважении к отечественным автомобилям, мы не имеем права искажать историческую правду. На переломе Великой Отечественной войны Красная Армия в массовом порядке пересаживается на импортные бронемашины и колесные транспортные средства. Их поставка из Соединенных Штатов Америки началась летом 42 года. Программа оказания военной помощи союзникам носила название «Ленд-лиз», дословно «дать взаймы в аренду». Мотивацию этой помощи образно сформулировал президент США Франклин Рузвельт. Когда у соседа горит дом, лучше протянуть ему пожарный шланг, иначе огонь может перекинуться на твою усадьбу. За годы Великой Отечественной войны американский пожарный шланг, в частности, прокачал через себя 43 728 джипов, 375 883 грузовика, 35 170 мотоциклов, 4614 бронетранспортеров, а также 3 786 000 автомобильных шин и 2 670 000 тонн горючего. Это много или мало? Официальная советская пропаганда несколько десятилетий сознательно принижала значение заокеанской помощи. Мол, и без подарков дядюшке Сэма могли бы обойтись. Наверное, могли бы. Но вот что писал в своих мемуарах легендарный сталинский нарком Анастас Микоян, отвечавший в годы войны за внешнеэкономические связи СССР. «Мы получили, насколько помню, с учетом потерь в пути, около 400 тысяч первоклассных по тому времени машин типа «Студебеккер», «Форд», легковые «Виллисы» и «Амфибии». Вся наша армия фактически оказалась на колесах. И каких колесах? Да, без «Ленд-лиза» мы бы наверняка еще год-полтора лишних провоевали». Благодаря художественной литературе и кинофильмам самым известным путем поставок считаются арктические караваны. На долю этой крайне опасной транспортной артерии пришлось около 20% грузопотока. Но потери кораблей и перевозимых ими грузов были чудовищны. Лишь при проводке легендарного конвоя PQ-17 на дно Северного моря ушло более 300 самолетов, 400 танков и 3000 грузовиков.
После этой трагедии основной поток автомобильной техники пошел через Иран. Прибывавшие на транспортных судах машинокомплекты подвергались отверточной сборке прямо на берегу под открытым небом, после чего со всей строгостью принимались представителями военного заказчика. Нанесенные на борта цифры и латинские буквы породили слухи, что, дескать, из Штатов идет бэушная матчасть, уже послужившая в армии США. Это не так. Вся техника была новой, но зарегистрированной в соответствии с американскими нормативами. Трасса перегона протянулась от портов Бушир и Басра через Иранское Нагорье и перевалы до Каспийского моря. На этой дороге не стреляли и не бомбили. Но назвать 2000 километров горного серпантина легкой прогулкой никак нельзя. Нагруженные запчастями и оружием, медикаментами и горючим, грузовики ползли нескончаемой цепочкой. С февраля 42 по октябрь 44 года до 10 тысяч автомобилей ежемесячно преодолевали персидский маршрут. Был еще один путь доставки ленд-лизовской автотехники. Самый малоизвестный и протяженный – дальневосточный. От Владивостока по Транссибирской железной дороге через всю страну. В 1943 году автомобильный парк Красной Армии всего лишь на 5% состоял из импортных машин. А на 1 мая 45-го советская армия уже на треть была укомплектована автомобилями производства США, Великобритании и Канады. Далеко не всегда импортное означало качественное. В Советский Союз поставлялись автомобили 50 моделей, выпускаемые 26 различными фирмами. По заключению научного комитета автобронетанкового управления Красной Армии, многие из них оказались малопригодными в боевых условиях. Но несколько марок стали поистине символами ленд-лиза. Прежде всего, «Виллис». Компактный, скоростной и высокопроходимый автомобиль завоевал симпатии красноармейцев. Правда, иной раз шоферы в сердцах крыли его, как говорится, в 5 этажей. Но это когда «Виллис» отказывался заводиться на суррогатном бензине или у него пробивало гидравлический привод тормозов. Что поделать? Чем совершеннее конструкция, тем она уязвимее во фронтовых передрягах. Слабоваты были американские джипы и при буксировке артиллерийских орудий. Ну что ж, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Интересно, что большая часть «Виллисов» могла бы иметь под капотом табличку «Сделано в СССР». Поточную сборку американских вездеходов наладили в Иркутске и Коломне. Также в «Союз» поступали амфибии GPA, построенные на базе фордовских джипов. Их широкое применение началось уже на заключительной стадии войны. Амфибии участвовали в форсировании рек Висла и Одер, озер Прибалтики и Померании. Забавный факт. Подряд на эти машины получила судостроительная фирма, ранее выпускавшая прогулочные катера и яхты. Еще одна выдающаяся машина, приходившая к нам по ленд-лизу, Dodge 3/4, то есть перевозящая 3/4 тонны груза. Большой джип или маленький грузовик. Подобного типа размера автомобилей в СССР не было. А именно он оказался наиболее подходящим для разведрот, интендантских служб и артполков. От «Доджа» на грунтовой дороге не уйдет ни одна машина. Ни «Эмка», ни «Опель», ни «Мерседес». Так говорили армейские водители. И все же самым популярным американским автомобилем считался «Студебеккер». Или попросту «Студер». Эта удивительная машина кардинально отличалась от отечественных «Захаров» и «Газонов». Если с нашими грузовиками можно было обращаться по-свойски, то «Студеры» панибратства не терпели. Помощь водителям массовым тиражом выпускались инструкции с картинками. Все узлы машины дотошно прорисовывались, а каждая технологическая операция описывалась подробнейшим образом. Что скрывать, ни одна сотня американских грузовиков была выведена из строя из-за неопытности водителей и механиков. Но те, что эксплуатировались по уму и по уставу, служили Красной Армии верой и правдой. И зачастую вызывали зависть у шоферов, сидящих за баранками газов и ЗИСов. Копытин, милый, не отставай! Как же, Глеб Егорыч, не отставай! Студер и мотор втрое! Грузовой автомобиль «Студебеккер US-6». Года выпуска 1941-1945. Грузоподъемность до 4000 килограммов. Мощность двигателя – 95 лошадиных сил. Максимальная скорость – 72 км в час. К
Количество экземпляров, поставленных в Красную армию за годы Великой Отечественной войны, около 100 тысяч. Студебеккеры стали основной платформой для гвардейских реактивных минометов, или попросту «Катюш». Этим нежным девичьим именем назывались установки залпового огня, не имевшие равных по разрушительной силе. Их монтировали на самых различных грузовиках – «Форд», «Мормон», «Шевроле», «Додж». Но абсолютное большинство «Катюш», более 20 тысяч пусковых установок, вели огонь по противнику с колес «Студеров». При этом количество ЗИС-6, еще с 41 года применявшихся для монтажа реактивных минометов, так и не превысило 200 единиц. Из них только одна машина дожила до наших дней в первозданном состоянии. Сегодня ее можно увидеть в зале Музея артиллерии и инженерных войск в Санкт-Петербурге. В соответствии с законом о ленд-лизе, все уцелевшие автомобили надлежало вернуть поставщику. То есть отправить обратно через океан. Армейские водилы надраивали повидавшие виды студебеккеры и виллисы, всем миром собирали шоферский инструмент, чинили давно не работающие фары и клаксоны. Американцы педантично принимали машины по акту и отправляли их на переплавку. Экономика США испытывала подъем, и русский секонд-хенд был там не ко двору. Достаточно большое количество ленд-лизовских машин осталось служить в Красной, а затем и Советской армии. Вы видите кадры одного из послевоенных парадов. Десятки штатовских машин заполнили Красную площадь. Видимо, резкое охлаждение советско-американских отношений позволило проигнорировать требования по возврату автотехники недавним союзникам. Кое-что от ленд-лиза перепало народному хозяйству. Как иллюстрация, киномелодрама про юных сибирских шоферов Ольку и Райку. Девушке-водителю по разнарядке достается красавец-американец Ford G8T. Не чета потрепанному Колькиному газону. Мужское самолюбие ущемлено. Впрочем, лав-стори, как это принято в кино, закончилась хэппи-эндом. Единственная колючка в адрес авторов фильма. Но не могла американская машина вернуться с фронта в таком идеальном состоянии. Старик Станиславский сказал бы: «Не верю». Американский след в истории российских армейских машин остался глубоким и фактурным. Повлиял ли он на послевоенное развитие отечественных автомобилей в погонах? Безусловно, да. Только не стоит путать критический анализ чужих конструкций с их бездумным повторением. Говорят, что послевоенные ЯЗы, ЗИСы и ГАЗы скопированы с GMC, Доджи, Даймондов. А теперь посмотрите на эти кадры. Место – Москва. Время – весна 1939 года. Первомайской демонстрации готовится предсерийный образец ЗИС-15. А это опытный ярославский ЯГ-7. Техническая документация уже передается на конвейер. Следующее фото. Ранний прототип ГАЗ-51. В 41 году такой грузовик должен был заменить устаревших фордовских потомков. Еще за пару лет до начала Великой Отечественной войны советская автопромышленность подготовилась к смене модельного ряда войсковых грузовиков. В силу объективных обстоятельств это произойдет с запозданием на целую пятилетку. Но в новом поколении армейских машин будет учтен бесценный фронтовой опыт. Вскоре эти уникальные знания выведут отечественные автомобили в погонах на качественно новый уровень. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. ЗИС-22 выпустили около 200 экземпляров. Они применялись во время советско-финской войны зимой 40-го года. Вот одно из типичных фронтовых донесений, касающееся этого автомобиля. Установлено, что они во всех отношениях стоят гораздо ниже обыкновенного ЗИС-5. Основной причиной плохой проходимости является отсутствие достаточного трения между ведущими колесами и гусеничной лентой,
что приводит к чрезмерно большой буксовке и преждевременному износу двигателя. Зампотех 17-го танкового полка, воен-инженер 3-го ранга Белов. Но и военные заказчики и разработчики не оставляли попыток довести полугусеничную тему до приемлемого результата. Концепция навесного вездеходного комплекта была отвергнута. Собираемые в заводских условиях ЗИС-42 в общем и целом устраивали военных автомобилистов. Прежде всего, как буксировщики 122-миллиметровых полковых гаубиц с боезапасом и орудийным расчетом. Кроме того, ЗИС-42 могли подвозить пехотинцев непосредственно к переднему краю линии фронта. Армия начала получать эти машины лишь спустя год после начала войны. До конца войны ЗИС-42 оставался на вспомогательных ролях. Известен лишь один случай их массового применения. Внезапная для противника передислокация тяжелой артиллерии к стенам Великого Новгорода. Этот оперативный рейд во многом предопределил удачный исход битвы. Полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-42. Года выпуска 1942-1946. Грузоподъемность 2250 килограммов. Мощность двигателя 84 лошадиных силы. Максимальная скорость 40 км в час. Количество экземпляров 5931. Опыт войсковой эксплуатации ЗИС-42 показал. Замена колес гораздо более массивной гусеничной тележкой тянет за собой целый воз проблем. Возобновленные после войны эксперименты подтвердили. Концепция полугусеничных автомобилей себя исчерпала. Казалось бы, гусеничный движитель прекрасно себя проявил на тракторах и танках. Да, но эти машины изменяют направление движения за счет подтормаживания одной из гусениц. А полугусеничным грузовикам оставили передние поворотные колеса и автомобильный руль. На бездорожье управлять такой машиной крайне тяжело. Гусеницы отказываются следовать по заданной траектории, а вывернутые передние колеса нагребают перед собой целые холмы грунта или снега. Почему же немецкая промышленность в предвоенные годы выпускала аналогичные машины в больших количествах и широкой номенклатуре? Дело в том, что все эти Фамма, Краусы и Ганомаги были не переделаны из серийных автомобилей, а создавались с чистого листа. Для управления ими использовались бортовые фрикционы на манер танковых. Практически весь вес машины приходился на гусеницы. При этом разгруженные передние колеса эффективно рулили лишь на твердом покрытии. Стоимость таких транспортных средств была во много раз выше, чем стоимость обычных грузовиков. Но и эти германские сверхмашины сотнями выходили из строя. Подмерзшая осенняя грязь намертво сковывала опорные катки, изящные игольчатые подшипники, хитроумные шарнирные передачи. Как тут не перефразировать известную поговорку? Что в Европах хорошо, то в России смерть. Полугусеничная тема так и осталась боковым направлением развития армейских автомобилей. Еще в начале 20 века стало очевидно. У военной машины должны быть ведущими все колеса. Идея витала в воздухе. Ведь и конь отталкивается от земли всеми четырьмя копытами. Но вот вопрос. Как передние рулевые колеса связать с двигателем? Долгие годы решения этой задачи были либо неоправданно дорогостоящими, либо недопустимо ненадежными. Первым полноприводным советским грузовиком стал экспериментальный «Нати К-2». В качестве базового автомобиля был выбран ЗИС-5. Передачу крутящего момента на переднюю ось обеспечивали шарниры типа «РЦЕППА». Они позволяли поворачивать ведущие колеса на угол до 28 градусов. Для справки. На современном автомобиле УАЗ «Патриот» этот угол составляет 35 градусов. Весьма близкий показатель. Серийный внедорожник получил индекс ЗИС-32. Освоение его производства было сопряжено с массой проблем. За каждый выпущенный вездеход инженеры группы сопровождения получали по 1000 рублей премиальных. По тем временам более 2-месячных окладов. Полноприводный грузовой автомобиль ЗИС-32. Год выпуска 1941. Грузоподъемность 2500 килограммов. Мощность двигателя 82 лошадиных силы. Максимальная скорость 65 км в час.
Количество экземпляров – 197. В октябре 41 года из-за эвакуации завода выпуск ЗИС-32 прекратился и больше не возобновлялся. Красная армия практически не заметила ничтожно малого количества внедорожников. Не получили развития и горьковские опытные грузовики повышенной проходимости. Двухосный ГАЗ-62 и трехосный ГАЗ-33. Перед кабиной серийной полуторки возвышался массивный капот, скрывавший шестицилиндровый мотор объемом 3,5 литра. Но к июню 41 года и эти вполне удачные вездеходы существовали лишь в нескольких экземплярах. Автопарк Красной Армии практически полностью состоял из обычных ЗИСов и ГАЗов. Самое большее, что могло повысить их проходимость, это надеваемые на задние колеса цепи различных конструкций. И все же драматическая ситуация с армейскими внедорожниками постепенно выправлялась. Прежде всего, благодаря неимоверному энтузиазму горьковского инженера Виталия Грачева. Вот одна из ранних его конструкций – ГАЗ-4А. Несмотря на то, что передние колеса не были ведущими, машина поражала своей проходимостью. Подтверждение тому – успешный Памирский пробег 1936 года протяженностью 13,5 тысяч километров. Обратите внимание на зачехленный предмет позади кабины. Это запасной мотор. Что и понятно, в пустыне всякое случается. За руль пулестойкие шины. Непробиваемые триплексные смотровые блоки. Всеракурсная пулеметная установка, позволявшая вести огонь по наземным и воздушным целям. В некоторых экземплярах пулемет заменялся на противотанковое ружье, и тогда БА-64 превращался в охотника за гитлеровскими панцервагенами. Воронеж, Сталинград, Будапешт, Вена, Берлин. Названия этих освобожденных Красной Армией российских и европейских городов с гордостью можно написать на борту грачевской бронемашины. Бронеавтомобиль БА-64. Года выпуска 1942-1945. Боевая масса 2360 килограммов. Броня от 6 до 12 миллиметров. Оружие – пулемет ДТ калибра 7,62 миллиметра. Количество экземпляров – 9110. Как это ни странно звучит, но война стала катализатором развития советского автопрома. В октябре 41 года московский ЗИС был эвакуирован в Поволжский Ульяновск, а затем в Уральский МИАС. И в том, и в другом городе менее чем за полтора года выросли крупные автомобильные заводы, впоследствии работавшие в основном на заказы силовых структур. Первоначально предприятие на берегу озера Тургаяк выпускало лишь двигатели и коробки передач для ЗИСов. Вскоре заводу пришлось перейти на полноценное производство автомобилей. 8 июля 44 года завод в МИАСе выпустил первые грузовики для фронта. Уральские ЗИСы внешне существенно отличались от предвоенных московских Захаров. Штампованные передние крылья уступили место плоским, согнутым из листового железа. Кабина обшивалась сосновой вагонкой. Исчезли передние тормоза, откидным остался лишь задний борт кузова, в ночную мглу светила единственная водительская фара. Но на каждом грузовике удавалось экономить до 200 килограммов металла. В условиях военного времени это многого стоило. Упрощенные трехтонки выпускались также в Ульяновске, а после того, как линия фронта отодвинулась от Москвы, и на основных площадях ЗИСа. Грузовой автомобиль ЗИС-5В. Года выпуска 1942-1955. Грузоподъемность 3000 килограммов. Мощность двигателя 77 лошадиных сил. Максимальная скорость 70 км в час. Количество экземпляров, выпущенных в годы Великой Отечественной войны, 84 100. Дольше всего ЗИС-5В и его последующие модификации продержались на Уральском конвейере до 1955 года. Впрочем, автозавод в МИАСе и его продукция – это отдельная и очень интересная тема. К ней мы еще обратимся в следующих сериях. А пока продолжим рассказ про автомобили Великой Отечественной войны. Горьковские грузовики в 41 году также претерпели существенные изменения. Их военная версия имела условный индекс ММВ.
отштампованных деталей кузова и передних тормозов пришлось отказаться. Водительская кабина упростилась до предела. Тент на деревянном каркасе, брезентовые скатки вместо дверей. К сожалению, качество сборки машин тоже существенно снизилось. И без того слабое звено, коробка передач, стало поистине больным местом. Так что сцена, разыгранная сотрудниками военной контрразведки в кинофильме в августе 44-го, выглядела на фронтовых дорогах вполне типичной. Выбитая задняя скорость на газ ММВ – обычное дело. Не шуми! Не шуми, у меня нету заднего хода! Товарищ старший лейтенант! Убери машину! Фронт остро нуждался не только в грузовиках, но и в специальной автотехнике. ГАЗ-0330. Вообще-то первоначально это был обычный служебный и экскурсионный автобус на 17 посадочных мест. В действующую армию его призвала массовая мобилизация. Напротив, трехосный ГАЗ-05-193 создавался как специальный штабной автомобиль. Их было построено около 2500 штук. Но увидеть эту машину в динамике можно лишь благодаря кинофильму «Небесный тихоход». Именно такой аэродромный автобус мчится спасать летчика Булочкина после его свободного падения с высоты 6000 метров. А где же тело? Здесь тело. Жив? Не может быть. В боевых условиях перевозка раненых производилась всеми доступными средствами, в том числе городскими автобусами ЗИС-8 и ЗИС-16. Хотя еще в 1938 году Горьковский автозавод освоил серийный выпуск специальных шестиместных армейских неотложек. ГАЗ-55 имел улучшенную амортизацию, вытяжной вентилятор и отопитель салона. Бытует мнение, что именно такая, чуть ли не последняя оставшаяся на ходу машина снялась в кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Вынуждена вас разочаровать. В борьбе Шурика с негодяем Саховым принимает участие не ГАЗ-55, а некая самоделка на базе газона довоенных годов выпуска. Этот медицинский фургон будет и повыше, и пошире, и погрубее. Разномастные образцы сантранспорта до конца 50-х в инициативном порядке строились на многочисленных ремзаводах и автобазах Советского Союза. Дача товарища Сахова! Ага. А вот настоящий ГАЗ-55 крайне редко мелькает во фронтовой кинохронике. Работы по горло, некогда перед камерой позировать. При всем уважении к отечественным автомобилям, мы не имеем права искажать историческую правду. На переломе Великой Отечественной войны Красная Армия в массовом порядке пересаживается на импортные бронемашины и колесные транспортные средства. Их поставка из Соединенных Штатов Америки началась летом 1942 года. Программа оказания военной помощи союзникам носила название «Ленд-лиз», дословно «дать взаймы в аренду». Мотивацию этой помощи образно сформулировал президент США Франклин Рузвельт. Когда у соседа горит дом, лучше протянуть ему пожарный шланг, иначе огонь может перекинуться на твою усадьбу. За годы Великой Отечественной войны американский пожарный шланг, в частности, прокачал через себя 43 728 джипов, 375 883 грузовика, 35 170 мотоциклов, 4614 бронетранспортеров, а также 3 786 000 автомобильных шин и 2 670 000 тонн горючего. Это много или мало? Официальная советская пропаганда несколько десятилетий сознательно принижала значение заокеанской помощи. Мол, и без подарков дядюшке Сэма могли бы обойтись. Наверное, могли бы. Но вот что писал в своих мемуарах легендарный сталинский нарком Анастас Микоян, отвечавший в годы войны за внешнеэкономические связи СССР. «Мы получили, насколько помню, с учетом потерь в пути, около 400 тысяч первоклассных по тому времени машин типа Студебеккер, Форд, легковые Виллисы и амфибии. Вся наша армия фактически оказалась на колесах. И каких колесах? Да, без ленд-лиза мы бы наверняка еще год-полтора лишних провоевали». Благодаря художественной литературе и кинофильмам самым известным путем поставок считаются арктические караваны. На долю этой крайне опасной транспортной артерии пришлось около 20% грузопотока.
Но потери кораблей и перевозимых ими грузов были чудовищны. Лишь при проводке легендарного конвоя PQ-17 на дно Северного моря ушло более 300 самолетов, 400 танков и 3000 грузовиков. После этой трагедии основной поток автомобильной техники пошел через Иран. Прибывавшие на транспортных судах машинокомплекты подвергались отверточной сборке прямо на берегу под открытым небом, после чего со всей строгостью принимались представителями военного заказчика. Нанесенные на борта цифры и латинские буквы породили слухи, что, дескать, из Штатов идет бэушная матчасть, уже послужившая в армии США. Это не так. Вся техника была новой, но зарегистрированной в соответствии с американскими нормативами. Трасса перегона протянулась от портов Бушир и Басра через Иранское Нагорье и перевалы до Каспийского моря. На этой дороге не стреляли и не бомбили. Но назвать 2000 километров горного серпантина легкой прогулкой никак нельзя. Нагруженные запчастями и оружием, медикаментами и горючим, грузовики ползли нескончаемой цепочкой. С февраля 42 по октябрь 44 года до 10 тысяч автомобилей ежемесячно преодолевали персидский маршрут. Был еще один путь доставки ленд-лизовской автотехники. Самый малоизвестный и протяженный – дальневосточный. От Владивостока по Транссибирской железной дороге через всю страну. В 1943 году автомобильный парк Красной Армии всего лишь на 5% состоял из импортных машин. А на 1 мая 45-го советская армия уже на треть была укомплектована автомобилями производства США, Великобритании и Канады. Далеко не всегда импортное означало качественное. В Советский Союз поставлялись автомобили 50 моделей, выпускаемые 26 различными фирмами. По заключению научного комитета автобронетанкового управления Красной Армии, многие из них оказались малопригодными в боевых условиях. Но несколько марок стали поистине символами ленд-лиза. Прежде всего, «Виллис». Компактный, скоростной и высокопроходимый автомобиль завоевал симпатии красноармейцев. Правда, иной раз шоферы в сердцах крыли его, как говорится, в 5 этажей, но это когда «Виллис» отказывался заводиться на суррогатном бензине или у него пробивало гидравлический привод тормозов. Что поделать? Чем совершеннее конструкция, тем она уязвимее во фронтовых передрягах. Слабоваты были американские джипы и при буксировке артиллерийских орудий. Ну что ж, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Интересно, что большая часть «Виллисов» могла бы иметь под капотом табличку «Сделано в СССР». Поточную сборку американских вездеходов наладили в Иркутске и Коломне. Также в «Союз» поступали амфибии GPA, построенные на базе фордовских джипов. Их широкое применение началось уже на заключительной стадии войны. Амфибии участвовали в форсировании рек Висла и Одер, озер Прибалтики и Померании. Забавный факт. Подряд на эти машины получила судостроительная фирма, ранее выпускавшая прогулочные катера и яхты. Еще одна выдающаяся машина, приходившая к нам по ленд-лизу, Dodge 3/4, то есть перевозящая 3/4 тонны груза. Большой джип или маленький грузовик. Подобного типа размера автомобилей в СССР не было, а именно он оказался наиболее подходящим для разведрот, интендантских служб и артполков. От «Доджа» на грунтовой дороге не уйдет ни одна машина, ни «М-ка», ни «Опель», ни «Мерседес», так говорили армейские водители. И все же самым популярным американским автомобилем считался «Студебеккер», или попросту «Студер». Эта удивительная машина кардинально отличалась от отечественных «Захаров» и «Газонов». Если с нашими грузовиками можно было обращаться по-свойски, то «Студеры» панибратства не терпели. Помощь водителям массовым тиражом выпускались инструкции с картинками. Все узлы машины дотошно прорисовывались, а каждая технологическая операция описывалась подробнейшим образом. Что скрывать, ни одна сотня американских грузовиков была выведена из строя из-за неопытности водителей и механиков. Но те, что эксплуатировались по уму и по уставу, служили Красной Армии верой и правдой. И зачастую вызывали зависть у шоферов, сидящих за баранками газов и ЗИСов. Копытин, милый, не отставай! Как же? Глеб Егорыч, не отставай! Тудор мотор! Трое! Грузовой автомобиль «Студебеккер US-6».
Года выпуска 1941-1945. Грузоподъемность до 4000 килограммов. Мощность двигателя 95 лошадиных сил. Максимальная скорость 72 километра в час. Количество экземпляров, поставленных в Красную армию за годы Великой Отечественной войны, около 100 тысяч. Студебеккеры стали основной платформой для гвардейских реактивных минометов, или попросту «Катюш». Этим нежным девичьим именем назывались установки залпового огня, не имевшие равных по разрушительной силе. Их монтировали на самых различных грузовиках – «Форд», «Мормон», «Шевроле», «Додж». Но абсолютное большинство «Катюш», более 20 тысяч пусковых установок, вели огонь по противнику с колес «Студеров». При этом колесом экспериментальной машины в испытательном рейде сидел ее автор – Виталий Грачев. Смена модельного ряда не позволила запустить этот автомобиль в производство. Тогда Грачев создает следующий оригинальный проект – ГАЗ-21. Не путайте его с «Волгой», который спустя два десятилетия присвоит тот же индекс. На что была способна эта трехосная «М-ка» с двумя ведущими мостами и дополнительными катками под днищем, хорошо видно на экране. Но неугомонный конструктор пришел к выводу – два задних ведущих моста всего лишь полумеры. Грачев пишет Клименту Ворошилову письмо с просьбой приостановить подготовку производства ГАЗ-21 и разрешить проектирование совсем другой машины. Напомним, что на календаре был 38-й год. В то время за срыв заводского плана можно было поплатиться свободой и даже жизнью. Но, видимо, Грачев родился под счастливой звездой. Резолюция Наркома обороны дала зеленый свет новой идее. Летом 1939 года успешно выдерживает испытания полноприводный двухосный автомобиль ГАЗ-61. Он преодолевал глубокий брод и легко брал 40-градусные подъемы. Заметим, что столь крутые склоны не покоряются даже самым современным легковым внедорожником. При отключенном переднем мосте машина развивала скорость свыше 100 км в час, а по грунтовкам легко буксировала 800-килограммовый прицеп. Автомобиля с подобными характеристиками не существовало тогда ни в одной армии мира. Полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-61. Года выпуска 1941-1945. Число мест 5. Мощность двигателя 85 лошадиных сил. Максимальная скорость 105 км в час. Количество экземпляров 194. ГАЗ-61 производился с кузовами типа фаэтон, седан, а также в варианте полноприводного пикапа. Грузовички, изготовленные всего лишь в 36 экземплярах, поступили в артиллерийские части. Легковые машины передали в распоряжение высшего командного состава Красной армии. На них ездили маршалы Жуков, Рокоссовский, Конев. Выпуск внедорожников был ограничен дефицитом шестицилиндровых двигателей ГАЗ-11. С началом войны они в массовом количестве понадобились для легких танков Т-60 и Т-70. Кроме того, в трансмиссии вездехода применялись дорогие агрегаты от лимузина ЗИС-101. Да и реальная потребность в генеральских вездеходах была не слишком велика. Зато младшие командиры, разведгруппы и десантные подразделения остро нуждались в скоростном, дешевом и неприхотливом транспортном средстве. Им стал ГАЗ-64, разработки все того же Виталия Андреевича Грачева. На проектирование и изготовление этой машины ушел 51 день. Вернее, 51 сутки. Работа не прекращалась и ночью. Чуть раньше, но за существенно более долгий срок, конструкторы НАТИ создали аналогичную машину «АР» – автомобиль-разведчик. Открытый кузов, закрепленный на бортах шанцевый инструмент, брезентовые фартуки вместо дверей. Именно НАТИ «АР» наравне с американским вездеходом «Бантам» оспаривает право называться джипом номер один в мире. Кстати, про джип. Этот вошедший в обиход термин первоначально означал «General Purpose» – «Общее назначение». То есть машина на все случаи фронтовой жизни. Сравнительные испытания ГАЗ-64 и НАТИ-АР сложились в пользу горьковской разработки. Решающим стал высокий уровень ее унификации с серийной М-кой. У ГАЗ-64 был существенный недостаток. Устойчивости машины мешала слишком узкая колея.
Но этот параметр с точностью до миллиметра задал лично нарком тяжелого машиностроения Вячеслав Малышев. Есть версия, что ГАЗ-64 предполагалось перебрасывать по воздуху в транспортных самолетах Ли-2, а их грузовые кабины имели ограниченные габариты. Но подразделения аэромобильных вездеходов сформированы так и не были. Так что к 1943 году высочайший запрет на широкую колею сняли. Боковые кульбиты на склонах, которым была подвержена предыдущая модель, прекратились. В кузове нового ГАЗика, ему присвоили индекс 67, теперь было достаточно места для четверых, а то и пятерых военнослужащих в зимнем обмундировании. Русские джипы служили и в пехоте, и в артиллерии, и в авиации. География применения – вся Россия, вплоть до самых высоких широт. Например, эти кадры сняты на стратегическом аэродроме, построенном сразу после войны, вблизи Северного полюса. Кстати, газикам все-таки и самим довелось подняться в небо. Но это случилось уже в середине 50-х, когда на вооружение советских ВВС поступили десантные вертолеты. Автомобиль-вездеход ГАЗ-67. Года выпуска 1943-1953. Число мест 4. Мощность двигателя 54 лошадиных силы. Максимальная скорость 90 км в час. Количество экземпляров, выпущенных в годы Великой Отечественной войны, 4851. ГАЗ-67 стал платформой для бронемашины БА-64. В отличие от всех предвоенных конструкций, это был полноценный боевой вездеход. Творческим импульсом для очередного проекта Виталия Грачева послужил немецкий броневик КФЗ-221. Но после изучения вражеского прототипа горьковские конструкторы решили: мы сделаем лучше. И сделали. Бронемашина БА-64 стала эталоном легкого маневренного боевого автомобиля середины 40-х годов. Что и говорить. Внутри корпуса было тесновато. Но минимизация габаритов снижала вероятность поражения. Тем более, что углы наклона брони и ее толщина были тщательно просчитаны. Здесь пуля наверняка срикошетирует, а здесь встретится с надежной твердью стали. В испытательных отстрелах броневика лично принимал участие главный конструктор Виталий Андреевич Грачев. Так уж у него повелось еще с начала 30-х годов. За то, что сам придумал, несу персональную ответственность. БА-64 – предельно оптимизированная конструкция. Заполненные губчатой резиной... Завершается первая треть 20 века. Союз Советских Социалистических Республик из дипломатического изгоя превращается в центрального игрока европейского геополитического турнира. Заключен пакт о ненападении с гитлеровской Германией. Западные границы СССР расширены на сотни километров. Темпы индустриализации поражают зарубежных экономистов. Разоблачены истинные и мнимые враги государства рабочих и крестьян. Официальная советская пропаганда внушает населению мысль о безоблачных перспективах. Но в воздухе витает предчувствие катастрофы. На пороге Великая война. К началу Великой Отечественной войны Красная Армия представляла из себя самое могучее войско мира. В рамках данного сериала мы не станем называть количество танков, самолетов и артсистем, стоявших на вооружении РКК. Отметим лишь, что оно ощутимо превышало потенциал вермахта и его союзников. Что же касается автомобилей, то на 22 июня 1941 года в советских вооруженных силах их было 272 600 единиц. Еще 166 300 грузовиков мобилизовали из народного хозяйства в первые недели войны.
Кроме того, на армейской службе состояло более 75 тысяч гусеничных тягачей. Итого почти 500 000 транспортных и специальных машин. Армия Третьего Рейха сосредоточила у границ СССР около 150 тысяч автомобилей, собранных по всей Европе. Кроме количественной оценки, существуют качественные факторы. Мысль, которую мы хотим донести до сознания зрителя. Именно отечественные автомобили наиболее полно отвечали условиям боевых действий на территории СССР. Несомненно, германские машины были во многом совершеннее и разнообразнее советских. Но их технические преимущества превращались в ничто на заболоченных просеках, раскисшем черноземе и заснеженных проселках. В начальный период войны как никогда остро встала дилемма. Высокое инженерное искусство или грубый прагматизм? Не спорим, разработчики фирм Фридриха Круппа или Фердинанда Порше имели больше опыта, чем инженеры Газа или ЗИСа. Но в условиях военного времени важнее было не соперничество конструкторских идей, а финальный результат. Вот он, этот результат, наглядно представлен на экране. Колонны немецкой автотехники, спасовавшие перед российским бездорожьем. А это плененные советские ЗИСы, принятые на службу в Вермахт. С одной стороны, позор и трагедия. И в то же время очевидный комплимент советской автопромышленности. Противник отдает должное вражеским грузовикам. В первые месяцы гитлеровского вторжения автопарк Красной Армии понес огромный урон. Счет потерь шел на десятки тысяч машин. Автороты остались без связи и снабжения. Но несмотря ни на что, армейские шоферы продолжали честно исполнять свой долг. Вопреки всему, наперекор обстоятельствам. Мастерство и везение – два ангела-хранителя, на которых уповали военные водители. Восстанавливались машины прямо в прифронтовых лесах. На развернутых вблизи передовой ремонтных базах проводился плановый регламент. Латались дыры от пуль и осколков, перебирались двигатели. Вот он, типичный автомобильный доктор Айболит. В телогрейке и со стетоскопом. По звукам, издаваемым мотором, он ставил точный диагноз и назначал курс лечения. Апогеем героизма русских шоферов стала «Дорога жизни». Так называлась трасса, проложенная по льду Ладожского озера. Две долгие зимы действовала эта транспортная коммуникация. 500 000 с лишним тонн груза и более 350 тысяч жителей блокадного Ленинграда было перевезено по трескающемуся льду и подтаявшим колеям под постоянными артобстрелами и атаками с воздуха. Впрочем, кадры кинохроники говорят сами за себя. Но давайте вернемся в последние предвоенные годы. Время 1940 год. Место – опытная база научного автотракторного института. Так переименовали НАМИ в конце 30-х. Это кадры испытаний опытного грузовика ЗИС-33. На задних скатах стандартного Захара устанавливалась звездочка по типу велосипедной. Приводимая в движение цепью, металлическая гусеница натягивалась между роликами. Вся конструкция крепилась к раме машины хомутами, стремянками. Так выглядела попытка малой кровью компенсировать отсутствие специальных армейских внедорожников. Инициатором проекта стал член Политбюро ВКПБ Никита Сергеевич Хрущев. В 1939 году он инспектировал войска, участвовавшие в освободительном походе на Западную Украину. Там ему пришлось лично ознакомиться с проблемами бездорожья. Присущий ему безапелляционной манере, Хрущев приказал разработать и начать производство внедорожного комплекта для военных грузовиков. Эрзац-вездеход ЗИС-33 и его горьковский двойник ГАЗ-65 не оправдали надежд. Отвергнутые военной приемкой экземпляры передали колхозу. Впрочем, крестьяне сразу переоборудовали их в обычные машины. Гусеничный грузовик расходовал втрое больше горючего, чем колесный. Это была уже не первая попытка скрестить автомобиль с трактором. Созданные в 1938 году ЗИС-22 и ГАЗ-60 переделали из серийных машин. В качестве движителя была выбрана классическая система Кегресса. Но инженерные шедевры начала века не соответствовали требованиям конца 30-х годов. Сотрудники НАТИ это отчетливо понимали и были вынуждены исполнять приходящие сверху директивы.